столице края начали строительство крещенского городка. Главную купель традиционно оборудуют в Барнауле на речном вокзале. Сейчас здесь уже возводят снежную часовню, строят две бани и прорезают прорубь. К субботе также подготовят купель на озере Пионерское. На все мероприятия из городского бюджета выделено почти 700 тысяч рублей. В ночь на 19 января священнослужители осветят воду в храмах и водоемах, после чего все желающие смогут окунуться в купель. Считается, что вода в этот день исцеляет от болезней и приносит духовное очищение. Кстати, в этом году не будет привычного крещенского мороза. Синоптики сообщают, что в Барнауле столбики термометров опустятся всего до минус 14 градусов. В МЧС говорят, что на толщину льда это не повлияет, его укрепили декабрьские морозы. Добавим, что на всех официальных купелях края будут дежурить медики, сотрудники полиции и спасатели.